Одна. Я тебе еще дал свое, еще дал. Броня. Одна. Ай-яй-яй, своровали, бля, своровали. Ну, сучка, бля, ну, я лохнул. Погнай, Рашид. Подумаешь, я как русский человек пойду ебал. А есть у кого этот датчик? Сишки. Падал датчик? Есть бинокль, полудатчик, полупокер. Полупидор. Тихо, Антох. Бля. Кто-нибудь пойдет, не? Снизу. Я разобрал. Ой, вот, вот. У меня патроны снимают. Бля, добейте, добейте, добейте. Еще один. Еще один. Убил. Все, давай со мной. Я этого сейчас нажал. Они такие залутанные. Я, кстати, не знаю, они вообще что-то какие-то. Бобби, откуда вы? Там с... парни. Че? Опа, это я возьму, это я возьму. Я хотел украсть, но не получилось. Да, я украл. Пора жить. Ебать, они солдатунные, блядь, а что это? Пацаны, надо покупать что-нибудь. Айдроп. И еще одну цель возьму. Сейчас возьмем, я полетел тогда эту брать. А, блин. Я считаю, скину денег. Мы дроп берем? Давайте, я с вами. Так, давай. Так, Камарс, слушай, старина Камарс, еби-ка ты нахуй. Вам отправлена посылка с комплектом. Я бы пыла тогда возьму. Ваша задача. Я тоже одну взял. Цель на ликвидацию. Ребят, шавер по патрончику. А, понял, шавер-то мало. Не дал шавер. Пошел нахуй с моей странички ВКонтакте. Есть подсумок. Нашла броню. Шагу. Погнали, вот. Вот на магазине причем. Они к нам идут, там. Ну погнали, говно месяц, впаду играть так. Ну типа я что-то хочу, экшен. Приближается газ. Пойдем. Погнали на магаз. Мне кажется, это и есть наша баунти. Скорее всего. Баунти руны. У меня корячок есть как раз. Отлично. Отлично, я возьму. Я могу бы палак остановить. Пока не надо. Уже есть. Наши еще на магазине вот на этом. Да, ну там его убьют, мне кажется, у них файт. Кастани БПАшку. Над нами наш БПЛА. Ну вот смотрите, школьник один обнаружен. А не иди, не иди, то хмяюк, я может сниму его. Если это челы, которые мы... А, на, ну, на, вы поняли, блядь, короче. Скажите. О, наверху стреляет, слышишь? Выдвигаюсь, размещаю... Фермора. Рашим тогда. Смотрит меня. Пайпер. Блядь, кто флешку кинул? Там. Кто? Кто? Всё, понимаешь? Так я не могу в него попасть, понимаешь, блядь? Поднимай Тоху. Тоху, Тоху, у него хп меньше. Весь прикол в том, что он просто стреляет, да, блядь. Самое. Эта хуйня, которая простреливается, она не простреливается. Я в проеме, ну ладно, такой кринж. Утс украл. То, что пола надо взять. Берите, я бабла нанимаю. А я возьму, я возьму. Если скинемся, можем еще. Можем даже скинуться, да. А еще дать? Ну давайте, я вам дропну денег. Жить. Дропнул вниз, сори. Я возьму. А наши баунти убили? Два деньги. Машина едет! Тачка. О, забейте, все. Все вышло. Я убегаю. Кастую? Да не, пока не надо. Противник потерял ваш след. Вы в безопасности. Блять, что-то патроны улетают на том ШВРП. Не, комар укусил, я его маму. Над нами вражеский БПЛА. А, ну ничего, про комарину маму. Там чел Соник, кстати, из машины, если что. Можно его запушить. Дать БПЛА и запушить его. Давай. Над нами наш БПЛА. Начинаем. Они объединяются. Ой, я случайно два дал. Ладно. Ой. Прыгнул, без брони. Сзади еще склад. Еще один, я его не скрывал.
Я не вижу. Хитанул. Хитанул. А за одно дерево не стоять. Я подхожу ближе. Мужики, на первую машину садится. Что он будет сделать? Нокнул. На втором этаже. Здесь. Да не только на втором. На третьем, на оранжевой метке. Тишку кинул. Он сапер. 20 метров убегает. Давайте, Раш, набегаем. 23, он убегает. Побежали, побежали. Над нами вражеский ППЛА. 33. У меня метки есть, я его вижу. Хорошо. Красавцы, мужики. Блядь, сучь. Молодцы, за Раш, мы убили. Вам это никому не надо. Обнаружена станция ПАКО. Ваша задача уничтожить цель. Можем еще, кстати, эту хуйню взять. Можно. Я возьму. Может, тех еще не залутали? Кстати, ну мужики тут... А, тут есть что, авиаудар. Вам это никому не надо. Да у этих голяк какой-то, бабла не мой. Вам отправлена посылка с комплектом. Тут бы ПАКО у них, слышите, мужики? Возьмите кто-нибудь. Вам это никому не надо. Да. И давайте бабки скину еще один купить. Давай, давай. Нам не хватает. Хватает, хватает. Почему? Хуяль хватает. Нет, не хватает. Она 4 стоит. Тох, не трогай, я просто сейчас вот эту кустану куда-нибудь, блядь, хуй знает. Вот, блядь, на Кавказ, блядь, вот туда. Летели, блядь, хуяли. Мужики, смотрите, что хуяли. Чучело? А, не, показалось. Я Тох. Проверяю, они обычно ребят, не подсвечиваются. Мы Лёху ждём. Лёха. О, Лёх. Лёх. Вот теперь можно скидываться. Есть ещё посылка с броней. Ну я-то не, мы-то не пойдём, у меня фо броня. Подходи к нам. Давайте я сейчас скинусь, возьмём ещё БПЛА. Давай мы пока... Давай в дом тогда зайдём, Тох. Мы будем тачку забирать? У меня активка есть. Не волнуйся. Посмотри по ХП. ХП много, ну Дима, ХП... Дима, а ты с призраком, нет? Подожди, призрак это у нас что? Не, я вообще без призрака. Можешь комплект взять с призраком. Бля, мне не особо хочу ехать, если честно. Здесь еще забачу на себя, типа, и все. А мне нет БПА, возьмите кто-нибудь, точнее, СО для БПА. У меня есть. Берите СО для БПА. Это никому не надо. Тох, Лёх, кто-нибудь? Мне, у меня что? Есть слот. Точнее, нет слота. Бери. Я уже взял. Кто кстанул? А, Лёха. Можем корону вот эту убить. Давайте убьём корону. Уверены? Да. Давайте на тачке тогда доедем лучше. Ну я на тачке пойду, типа, быстрее. Не волнуйся. Ну давай активку заброшу. Не, без неё. Просто доедем. Дроп. А, нет. Блядь. Я активку выбросил. Пустую. Хуёво. Давай. Давай мы сейчас просто проедем чуть и дропнем машину, мы поедем её. Всё, выходите. Нет, всё, его... Его кто-то у меня подсосал. Я ему из коряка дал просто. Но мы его не заберём, это, наверное. А, я забрал. Да зачем нам его, там ничего нету. Ага. Пойдём? Он, кстати, с костом был, у него, может, деньги были. Не волнуйся. Ладно, я... давай попробую, хорошо. Я прочекаю. Идите в зону, похуй. Почекай его. Идите в зону, еще поднимем. Я могу бы пластик поездить. Задача не выполнена. Не, надо. Да, рановато, мне кажется. Я активку выбросил. Это да, хуя. Как он начал стреляться, долбоебин? Блин, я ему только броню снимаю, Дима дает шот с коряка. Вообще, 0-500 голды было, ну и броня немножко. Он только с аирдропа, типа. А он с комплектом? Да, со своим. Комплектом боевым. Дрон есть. Я могу взять. А, дрон.
Я взял похуй. Если вот дрон и С4, это делаете. Ну это клевый, да, но, блядь. Сишка из того, что кидает сверху немного мне, типа. А можешь какой-нибудь это? Ой, хотите ржаку? Я вообще похуй. На что? А, я кайфую. Мужики, давайте зарашим, у меня есть авиаудар, мы можем их убить. Пойдем? Давай попробуем. БПЛА есть? Да, надо. Я вижу. Пока не надо. Не, пока не надо. Сейчас подойдем. Вот от магазина, от магазина. Или даже когда стрельба начнется. Окей. Вот тут самый кончик. Да, кастуй, кастуй. Кастуй. Над нами наш БПЛА. Призраки. По-любому. Я не поверю, что там никого нет и вертушка стоит. Ну это бред полный. Ну погнали, попробуем забрать здание. Все равно ХГ хороший. Бля, кто стекло разбил? Пацаны, можем на селфик скинуться. Я кину бабки на селфик. Ну можно. Так у тебя один скокс-то, да. Я себе купил, остальное вам забирайте. Подтверждаю, посылка сбегает. Так на то. Погнали наверх. Лёха, пошли. БПАшка есть еще одна? А? Есть у меня. Над нами наш БПЛА. Начинаю бой. А я мог бы дрона, кстати, юзануть. Да забей, забей. Вот челы на оранжевый. Все равно не бегите, там, мне кажется, есть чего просто фу с этой хуйней. Ну и это бред, вертик оставляете. Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Че, никого что ли? Всем похуй, всем похуй. Реально всем похуй. Выдвигаюсь. Подтверждаю твою метку. Там хуйня, я не вижу. Будем сидеть или. Посидим, а потом можно полететь, в принципе. А че, куда нам торопиться? Можно круг замкнуть. А, бэпку будет дать. Во время сужения как. Капрал, 693 урона, 5 убийств. У меня 1100 урона, 1 убийство. Ну, сова, сова. А чё, дрон нема, да, Антох? Никого? А. Противник ведет разведку. Почему противник? Я же свой дрон помечаю. Я проверю, ага. Толха руинер. Противник фактически. Границы безопасной зоны смещаются. А, вот там чел вроде. Там да там мы знаем, там да, там так есть. Там БПЛА их просветило. Извиняюсь. Да, мы в безопасной зоне. Ищите противника. А это вы активку кинули туда? Че, нет? Там внутри активка. Блять. Я понял, парни. А чё случилось? Сишку кинул. Активкой задефил. Ай, ебать. Не ломайте активку. Может, мы этот вертик еще возьмем? Думаешь? Так они не активка задефила вроде, я просто сразу на колесик кинул, она сразу взорвалась. Активка. Нет, ее активка задефила. Да, она все дефа. Блять, парни, пиздец. Че? Она даже долететь не дает, если что. Ну да. Она все дефает, ракеты, все. А она ломается? Да, ломается. Поэтому не надо стоять. Я понял, что 3 раза постреляю, хуй знает зачем. Дайте выпала она. Нету, нема. Как нет, у нас же был. Меня авиаудар. Я могу дать, если кто-то еще найдет 100 гривен. Ага. А я пойду здесь полутаю. Вот да, банк. Возьми тогда банк. Лучше сразу. Банк. Блять. Да я уже спрыгнул. А, он спрыгнул деньги. Деньги вот там на зеленый. Вот так. Я пошел. Нашла деньги. Я потом подниму. Окей, окей. Тут, по-моему, там гривни. Что это? А, нет. Я тут нашла медкресло. Охуенные гривни. Героин всяко лучше. А чё я тоже деньги не скинул? Надо деньги скинуть. У тебя есть? Mm-hmm. А, да.
пулях я не буду. Я вам все отдам. Так, вертушка летает. Вражеский вертолет! А вот приколист. Хотите? Подождите, мужики, есть идея. Давайте подлетим к ним, а я МС-шку кину. Будем пробовать. Папки не дали. Вижу врага. Так он. Есть подсумок. Да не, не надо. Бабок нету? Я ищу, бегаю. Брат, посмотрите круг. Вижу сторону вот эту. Я смотрю, да никого не было. Я все проконтролил. Внимание, газ! Найдена новая безопасная зона. Что, вертик будем брать или пешочек? Да, вертик. Ну, вот я думаю, куда можем дропнуться. Нет, есть бабок не нашел. Есть идея, куда дропнуться? Мне только вот эта скала и нравится. Нравится вот реально скала и все. Подтверждаю. Я буду пилотом. Я буду пассажиром. Да, я тебя подниму. Ну, я спущусь. И я поеду. Опа. Буду прикрывать. Сейчас. Активка или деньги? Есть. Окей. Я сейчас куплю туда. Обнаружена станция покупки. За 20 секунд долетим до дома. Хэш. Приспустись ближе к магазину, я сейчас... Я уже вот здесь. Я из него выйду, потому что обычно не могу по башке там дать. Все-таки сажусь. Я буду пилотом. Поехали. Куда? На мою метку. Да, да, давай. Кстати, не ВПА. Приближается газ. Над нами наш ППЛА. Начинаю поиск. Че, здесь останемся, мужики? Давай. Во, идут и что? Видели? Или на них пойдем? Вот тут. Подтверждают твою метку. Пойдем? Давай пешочком до них дойдем. Да, давай. Пешочком. Давай пешочком и наверх заберемся еще перед этим. Вот еще челы. Это я бы видел. Я наверх забираюсь еще. Мужики еще выше. Вражеская вертушка. Фу, зря это делаю. Ее сбить пытается кит снайпера. Выпрыгнул, чел. Ребят, вертушка выпрыгнул. На вас летит. Вижу. Кого, где? Я с вертика катаюсь. Вон еще один. Нокнул? Нет. Без брони, мужики, рашите его. Чё? Кто стреляет? Нокнул. Поднимайся, поднимайся. До себя, не, я поднимаю, поднимаю. Только... Без агрессии. Понятно. Ну, да. А чё я парюсь? Цель помечена, атакуйте! Я Феникс 3, вас понял, ниже. Он пробежал ниже, я арест. Надо еще убирать, давай! Мимо! Надо налево ходить. Противник отмечен. Почему у меня глаза все белые, блядь? Красава. Я иду туда. Да, я добил, Тох, аккуратно. Снизу есть еще. Вот, файт. Там вроде. Вот чел. Броню снял. Ну, белый. Окей, я наверху, мужики. Посылка с комплектом уже в пути. Вижу врага. Над нами вражеский ППЛА. Ой. Ребят, далеко. Вот в этом доме. Иду туда. Ребят, могу взять вертушку, мы можем улететь. Будем так делать? Кем? Нахитовал. Окей, похуй, тогда я к вам. Мы их поконтролим. Хорошо. Я просто на их вертушку брошу. Кто ж не мог из? Что-то никого не вижу, мужики. Они были в этом доме. Границы безопасной зоны смещаются. Два чела. У Токина. Выходит один. Откуда? Парни, там еще со снобой. Вроде чел. Без брони. Эй, прямо здесь.
но убил. Меня спина чекает, ребят, туда. Добил. Вот снайпер. Вот здесь без брони. Вот здесь еще без брони контроля, мужики. Я держу задних. Че, вот туда чел прилетел? Задний бежит. Без брони, без хп. Один. За по воде бежит снизу. По воде. Слышишь? Убил. Ну, парни, там зона потихонечку. Может, повыше, Тох? Ой, Лех. Ребят, давайте соединимся и поближе зайдем. Там чел остался в этом, может быть. На нас грузовик пробили. Похуй, я сишку взорву. Устрой, один бежит на вас. Убил. Безопасную зону. Утайте. Я быстро пробежал по рукам. Окей, денег чуть не взяли. Дайте я броню возьму. Патроны тоже. Активагаз. Вот там. Иду туда. Над нами вражеский ДПЛА. Комар ебаный. Блядь. Так, у него ажгер есть. Дай-ка я ему сейчас тоже дам. Нет. Они все в этом. Да хуй, не видно, блядь, они. Ребят, давайте в зону, похуй, давайте хоть. Нокнул одного там. Ребят, ребят, вот здесь ребята, вот здесь чело, вот здесь чело. Мы можем вот это здание забрать. Не, давайте вот это заберем. Сзади него, мужики. Ладно, похуй. Да. Там нокнули, да. Бежит по опору, прям по опору бежит. Вот здесь один. Над нами вражеский ППЛА. Не дайте пробежать, они опору. Оно нокнули. Сзади стреляется, слышите? Меня тоже нокнули. Бля, зайдешь? Ой-ой-ой. Откуда? Да, так я в доме. Аж близко. Хрен. Поднимай Тоху. Не волнуйся, все будет хорошо. Вы попали в десятку лучших. Отлично. Бля, дерьмовейший дом. Овер дерьмо. Над нами вражеский ППЛА. Его добили? Мужики, нет, вот тот склад есть в доме. У нас 39 метров перед нами. Второго этажа нет в этом доме, да? В длинном доме, чел. Файтятся. Да, ребят, давайте сидеть. Я вижу, вижу чел. Тихо, не стреляй. Круг поменяется, Тох, уйдите с окон. Круг поменяется. В другую сторону круг полетит. Там чел сзади нас, на аптеке. Здесь сидите, пердите, окна сзади. Сзади нас не могут прорашить. Сзади я еще щит поставил. Мы в безопасной зоне, но скоро будет драка. Бля. Зона должна пойти либо в их сторону, либо в нашу. У меня еще одна сишка осталась. Вот тут чел один. Тихо. Смотрите дверки, они зарашить пойдут просто же. Это по нам? Да, вроде. Ну не бегайте. Они сейчас все патроны потратят. Может, не по нам. Какой звук прикольный. Эхо. Чекайте дверки, а не так. Приближается газ. Отмечаю на них. Нам надо направо, нам смотрите, направо, да, Тох. Лех, молодец. Где? Тихо. Они нас контролят уже. На крыше. Нокнул на крыше. Я вижу. Я перебегаю. На первом. На первом и на втором тоже. Второй нокнул. На первом. Я ухожу, то я обхожу. На крыше. Я понял, Он резался. А там. Тох, на тобой. Нокнул одного. Нокнул. Тох, перед тобой. У меня нокнул. Лёха там. Лёх! Они все с салфами. Сзади! Всё, у них не было ни единого шанса. Найс. Ты вот здесь просто чел оставил хилиться заборчиком. Я одного добил, я не успел оставить. А чё там по килам, мне интересно?
21 на троих. М? 21. Нормально. Сиди, блядь, капрал нахуй. А чё, покажите мне, блядь, сколько в сумме ебать его. Вообще не в сумме, а сколько в соло. А покажи? Бр, а, ебать, 9. Чё-то мало, я думал, больше. У тебя урона меньше всех, а килов.